С нами нападающий хоккейного клуба и капитан хоккейного клуба «Хомо» Игорь Гнатушкин. Да. Что скажете насчет игры? Ну, тут можно подытожить это то, что проиграли игру, да, и немножко, наверное, кто-то не совладал, может быть, вот с нервами, да, первая игра, домашняя, болельщики, все это в совокупности, матч открытия, да, для кого-то это там первый, да, такой матч, да, для кого-то, ну, у всех немножко такая ситуация разная, понятно, что это, наверное, не отговорка, но сейчас с ребятами поговорили в раздевалке без тренеров, вот, поэтому сейчас наша задача как можно быстрее проанализировать этот матч и забыть его, потому что буквально через 24 часа уже новая игра, и нам нужно кровь из носа брать победу, и поэтому болельщиков только могу позвать на завтрашний матч, и спасибо ему огромное за то, что было столько много болельщиков, и ради них мы и играем. Спасибо. Вот первый, второй период вы начали очень отлично, много было атак, но с реализацией было не так уж. Можете что-то по счету этого сказать? Ну вот, наверное, все это в совокупности, я говорю, где-то у кого-то нервы, да, кто-то немножко скованный, да, за счет этого, нужно вот это поймать, уверенность и вот эту наглость, потому что последние игры, вот товарищи, мы играли в Казахстане, показали, что мы можем играть очень быстрый, хороший, качественный хоккей. Вот. Где-то немножечко еще, наверное, это не получилось. И Намат, наверное, скорее всего, перетерпел. Да? При счете в наш 2-1 забивай гол, 3-1 и спокойно доводи матч до победы. Ну, такие вот 2-2 сравняли, третий забили в большинстве, и на четвертый уже рисковали, снимали вратаря и забили в пустой ворот. Спасибо, Игорь. Удачи вам. Спасибо.